И доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и зрители канала. С вами вновь Антон, или же просто Ичи. И это очередной выпуск нашей далеко не регулярной, но все-таки выходящей рубрики «Давайте пощупаем». И сегодня мы будем щупать одну инди-игру Risk of Rain, которую мне подарил подписчик Жека, так что спасибо ему, все скажем дружно, иначе бы видео по данной игре, собственно, и не было бы. И если кратко, о чем эта игра? Это, насколько я понял, такой платформер с возможностью стрельбы, и он очень похож на игру Rook Legacy, кажется, так она называется, в которую я, правда, не играл, но некоторое представление имею. И в частности, чем он похож, это тем, что если вас убили, то вы должны будете начинать игру с самого начала, вот. Ну, а теперь по порядку, что еще примечательного в этой игре есть? Синглплеер, можно одному играть, можно играть по локальной сети с кем-то в кооперативе, и есть также онлайновый кооператив, до 4 игроков, насколько я помню, поддерживает. Вот, ну давайте сразу начнем синглплеер, попробуем. Сразу говорю, я дальше 2 уровня, по-моему, даже и не проходил. Для меня игра довольно сложная оказалась. Итак, когда мы выбираем, если вы услышали кваканье Аськи, то извините. Так вот, еще раз извините. Что я хотел сказать. Когда мы начинаем, запускаем игру, синглплеер, например, ну, наверное, в мультиплеере тоже, я его просто не пробовал, то у нас здесь есть выбор выживальщика. Вообще, какая основная концепция игры, какой сюжет, насколько я понял, мы летели на каком-то космическом корабле или вроде того, разбился корабль, судя по всему, и мы попадаем на какую-то планету и должны выживать. Вот, здесь есть выбор из 10 персонажей, но на старте нам доступен только команда. Для того, чтобы открыть других персонажей, нам нужно проходить игру, собственно, выполнять ачивки, достижения, есть там в меню, потом покажу, если не забуду, если забуду, то, в принципе, сами все равно без проблем найдете перечисление ачивок. И там, выполняя определенные условия, открываем, собственно, персонажа. У каждого персонажа есть свои свойства, свои умения, свое вооружение изначальное. И, соответственно, свой стиль прохождения, я так понимаю, да. И, в частности, вот, по умолчанию, как я уже вроде говорил, у нас командо. То бишь, такой обыкновенный вояка, который может стрелять из, ну, двойным таким выстрелом, просто по умолчанию, из своего автомата или что там у него. Потом есть отбрасывающий такой выстрел, наносит 230% урона. Есть кувырок. При выполнении кувырка он неуязвим. Это удобно для ухода от атак, собственно, для спасения своей шкурки. И это умение наносит охранительного урона, такую очередь выдает и стреляет в два направления. И также на выбор у нас 3 уровня сложности. Easy. Ну или как-то так, да. Это, ну, не изи назван, но сами видите, самый, в общем, легкий уровень сложности, самый простой, но, насколько я понял, тут ачивки или что-то такое не выдается. Что это значит? Значит, это ровным счетом то, что проходить на самом легком уровне сложности смысла особого нету, просто если разве что посмотреть игру. Но персонажи вы, по-моему, в этом режиме никак не откроете, ну, если ачивки не засчитывают. Да, поскольку тут прогресс ваш не будет сохраняться. Статистику. Далее, вот, рейндж-шторм, то бишь буря, или как-то правильно перевести. Это по умолчанию, грубо говоря, средняя сложность, на которой уже все засчитывается. Игра идет ровно так, как она задумана. И также вот уже Монсун, это для совсем уж таких, я не знаю, садомазохистов уровень сложности, то есть тут прям монстры будут злее, все будет злее. Ну ладно, хватит разглагольствований, здесь я все вроде объяснил, здесь я все показал. Касательно управления, вы видите на экране, ну во всяком случае тут все маленькое, но я надеюсь, что вы видите.
То, что по умолчанию идет. И оу-оу-оу-оу. Что-то монстры прям люто так попоявлялись. Не успел я даже... Воу-воу-воу. Что-то вы прям, ребятки, как-то страшно. Мне прям боязно. Эй-эй-эй-эй. Отвяньте, 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 отвяньте. Так вот, управление тут по умолчанию было показано. Можно перенастроить под себя. Можно играть на геймпаде также. Во время игры у нас здоровье, конечно, восстанавливается. Урон, который мы получили, он восстанавливается, но крайне медленно. Также тут охренительно много всяких предметов, которые можно, естественно, использовать. Так, прыгаем, прыгаем. Опа, 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 уходим, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. И которые, соответственно, дают различные плюшки. Есть предметы, как те, которые мы можем активно использовать. Ой, ё-моё. Под такой предмет у нас одна ячейка есть. И пассивки всякие. При убийстве также монстров различных мы получаем монетки, мы получаем опыт. Получая опыт, мы, естественно, прокачиваемся, становимся гораздо более крутыми и всякое такое. Но, в свою очередь, тоже тут можно, в принципе, раскачаться, нафармиться, но деньги, во-первых, на следующий уровень у вас не перейдут. То есть, если тратить, то на текущем, это раз. И далее еще такой момент, что нельзя слишком долго быть на уровне. Видите, сверху в правом верхнем углу находится... таймер. Фишка этого таймера какова? По достижении определенного времени, по-моему, в нашем случае начиная с 10 минут, монстры станут намного злее. Сложность, грубо говоря, повысится. И поэтому... нужно, собственно, пораньше добраться до основной цели на каждом уровне. Основная цель на каждом... Ай-яй-яй-яй-яй. На каждом уровне это найти врата босса и, собственно, завалить того самого босса. Все достаточно просто. В принципе, на первый взгляд, как может пока... Так, я что-то заговариваюсь. Как может показаться, но потом надо будет еще зачищать всех монстров тоже. Правда, после убийства босса, точнее, уже новые монстры, они спауниться не будут. То есть в этом разве что есть определенный плюс, определенное преимущество. А так, да, можно, конечно, отфармиться, но чем дольше, как я уже сказал, вы будете откармливаться на уровне, тем в дальнейшем для вас будет хуже. Потому что, тем более, эта игра, она не прощает ошибок, реально, вот. Если вы умрете, то начинайте все с самого, как говорится, нуля. А также с боссов мы получаем особые уникальные вещи, которые иначе не получить, но при этом есть фишка. Когда вы убиваете босса и открываете новый предмет, то есть маленький такой... Ай-яй-яй-яй, все, хана мне. Есть маленький нюанс. Открытый вами предмет, он уже может просто встречаться по миру. Вы можете его залутать из всяких таких вот, как вы, думаю, заметили, я денежку тратил получаемую и использовал всякие там сундучки и прочие плюшки. То есть вещь с босса, она может быть анлокнута и попасться в таком предмете, собственно. Да, try again. Также эта игра еще чем примечательна, уровни тут, но если даже и не полностью рандомно генерируется, и, собственно, на первом уровне вам может попасться всего лишь один из трех видов боссов начальных, то в дальнейшем все чистой воды рандом. Проще говоря, вы не знаете, по крайней мере, какой уровень будет следующим, и, насколько я понял, база самих уровней, она тут, в принципе... достаточно-таки большая. Так, ладно, этих я гавриков оставлю. Вот здесь штучка тоже полезная. Ну и, как я сказал, дальше второго уровня я вроде бы еще... Ай, как запрыгнуть-то туда? Не получается, ладно. Дальше второго уровня я пока еще не проходил. Да.
Но в целом она такая занимательная, достаточно таки. Тем более в кооперативе будет явно интересно. Явно. Так, я вот еще не разбираюсь в предметах, что какой дает. Поэтому есть тоже свои тонкости в этом деле. Ну давайте возьму, наверное, вот эту штучку. Яйцо какое-то получил. Окей. Буду, наверное, кидаться яйцами. Или мои яйца становятся стальными, или еще что. Я не знаю. Неважно. Или, может, оно реген дает. Опять-таки, я без понятия. Так. Ну и обычных вот такую мелочевку, наш стандартный выстрел, у которого нету кулдауна, он вполне спокойно изничтожает. Так. Вроде где-то справа на этом уровне находится врата босса. Насколько я помню. Так, что бы взять? Возьму, наверное... А, у меня не хватает... Блин, одной монетки не хватает. Вот так всегда. Беда, печаль, беда, печаль. Так. Раз, два, Так, ладно. Вот эта штука, в ней рандомно. Может попасться вещь, может и не попасться, но... Она первый раз самая, по-моему, дешевая, но с каждой попыткой... Не хватало, чтобы еще эта хренотень меня грохнула. Да. Но с каждой попыткой она становится дороже. И тоже определенный лимит только есть. Сколько раз можно одну такую штуку использовать. Ну и что же, меня убил Лемуриан. Ну давайте еще разок попробую. И закончу на этом, собственно, вот такой вот первый взгляд, скажем так. Хотя это не совсем первый, но вы меня поняли, на вот эту игру. Продается она в Стиме. Не помню, сколько стоит, но сразу говорю, согласно тому, что сказал мне подписчик, собственно, Жека, да и, в принципе, я сам прекрасно это видел, посмотрев цену, выгоднее покупать пак на 4 игроков, есть там и такое, к слову, и реально, вы тогда сможете, во-первых, поиграть вместе со своими друзьями, подарить кому-нибудь ключик, во-вторых, я не знаю, там... Ну, если у вас, например, опять-таки канал есть свой, то и разыграть этот ключ. Короче, вы сами понимаете, что у вас будет 4 ключа, и они обойдутся вам дешевле. Это главное. То есть 4 копии игры, и они оптом берутся, грубо говоря. Давайте откроем сундук. В сундуке всегда что-нибудь интересное есть. И... О, мы получили бомбу. Интересно. Так, что она делает? Ага, у нее есть время активации. Ну, урон наносит приличный, но да. Я опять умер. Ладно, еще минут 5 попробую поиграть. До 15 минут уже видео. Где-то так. Ну, как видите, я тут, конечно, ну, полнейший, поэтому умираю на раз-два. Плюс ко всему, я сейчас рассредоточен, поскольку я еще все это дело комментирую, а тут нужно все-таки быть более серьезным подходом, или как это правильно сказать. Плюс у меня еще тут гребаная муха летает, которая меня отвлекает, что вообще не айс. Во, отлично, отлично. Эта штука до меня не может добраться. А я спокойно ее расстреляю сейчас и получу свою денежку. И, пожалуй, открою таки вот эту штуку и возьму аптечку, которая, насколько я помню, дает нам реген. А реген лишним не бывает. Да, когда вот такие штуки, где рядом 3 предмета на выбор, то, соответственно, вы на выбор и приобретаете только один из них. Так, 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 так. Вот минус я терпеть не могу. Еще что меня... печалит, это то, что стрелять можно только вперед. Это несет свои минусы. Да, кстати, еще убивая врагов, вы можете, собственно, из них выбить хилку, что при сражении, например, с боссами крайне важно, как вы понимаете. Так, и здесь уже будет босс. Ну, давайте хотя бы какого-то увидим. Воу-воу-воу, это колосс. Гребаный колосс. Так, ладно, ладно. Но он наверняка будет проходить дальше, да. Для него-то преграды нету. Но он крепкий, но он, благо, медленный. И еще при убийстве
босса у нас есть определенное задание. Выжить нужное количество времени. Что как бы тоже весьма важно. Так. Тык. Хорошо. Опять. Так. Давай. Та-ра-ра-та-та-та-та-та-та. Может, я его наконец-то и убью. Я его, кстати, впервые практически убиваю. Так. Нужен. Так. Давай. Туда. Беру эту штуку. Не беру эту штуку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Ну же. Мрите, твари. Так. Еще чуть-чуть. И колосс хана. Отлично. Так. Воу. Драпаю. Не хватало еще только от этого погибнуть. Так. А. Отлично. Ну вот, босса мы убили, собственно, далее все уже немножко, ну не то, что проще становится. Но, в общем-то, нам нужно убить еще для завершения уровня 16 монстров. По сути, и все будет целяви, как говорится. Давайте, так, здесь у нас что, какая-то маска. Опять-таки, я свойства предметов еще не шибко знаю, наиграл недюжа много, но, в общем... как-то так, да. Так, слева что-нибудь есть? Не знаю. Да, есть что-то. Там полезные предметы, прыгалка. Ок. Самое главное, как я уже сказал, после убийства босса, это то, что новые монстры не спаунятся. То есть вам нужно убить ровным счетом столько, сколько их там есть. Так. Давайте с этой стороны вначале поработаем. Да, еще в чем преимущество, например, у команды со второго скилла, который откидывает врагов, это в том, что он пробивает через всех, то есть вы по всем урон наносите. Так. А может быть... Подождите, они что, на меня работают? Ладно. Так, стоп, снизу там предмет еще. Какой-то гитара или что это? Ок. В любом случае. Так. Ага, я походу, да. Я их, видимо, делаю какими-то своими соратниками. Или вроде того. Так, да. Давайте, я не знаю, что взять. Что у нас может пригодиться? Ну, например, вот эта штучка. Это... Так. Какой-то ключик. Ага. Хорошо. Я его впервые взял. Откроем эту плюшечку. И взяли еще мишку. И что у нас там? 41 денежка. Ок. Чё? Теперь нам нужно туда перебраться. Я так понимаю, опять-таки... А. Сюда. Блин, еще один ключик. К сожалению, сразу два предмета вот так носить нельзя. Ну, окей. Хорошо. У нас еще тут, между прочим, 4 монстра где-то обитает. Нужно их искать. Где же они, где? Так. Ага. Вы... Ладно. Не получилось сделать то, что я хотел, но ничего. Так, пойдем искать тогда монстра. Что еще нам остается-то? Где же он? Где, может быть? Так, пойдем сюда тогда, вправо. В правой части мы вроде еще не все поделали, да. Так, сюда-то идем, пожалуй. Интересно, что ключик этот делает к нам, кстати говоря, я не пойму. Ну да ладно. У нас еще щит сейчас есть, то есть вообще все супер. Набор предметов, по-моему, у нас хороший. Ну и, собственно, телепортируемся. Хоп. И следующий уровень. Тут уже я не особо
знаю, что к чему. Но на этом уровне я вроде как уже, кстати говоря, был. И вроде как умирал на нем. Но вообще эта игра, она про... во многом про то, как вы где-то умираете. Воу, он еще что, телепортируется? Вот это уже меня немножко напрягает. Так. А, гад. Какой противный противник. Противный. Да. Так. Опа. Так. Левел ап. Так. А. Не хватало еще, чтобы меня какие-то гребаные медузы вальнули. Ну да, сейчас погибну. Медуз тут много. Скорее всего, это даже уровень, где босс медуза. Есть такое. Ну, да, я погиб. Ну, новый рекорд установил, во всяком случае. В общем, вот такая игрушка. Да, кстати, как раз я хотел вот счет и то, что открыто. Больше всего я пока наиграл за команду. По-моему, 27 игр получается уже, что ли, да. Игра открыта на уже 8,3%. Судя по всему, пройдено или как это понять, я не знаю. Вот, здесь наша статистика тоже всякая. Ага. То есть, кого мы там больше всего убили, всякое такое, от кого, судя по всему, поумирали. И, собственно, вот ачивочки всякие. Как раз Unlocked. То есть, вы видите, там, Reach 650 здоровья, что-то там, открыть золотой сундук, нанести 5000 урона. Вот. Да, всякие полезности. Есть вот список предметов. Как видите, вещей тут много разных видов. Вот мы новые же, которые пооткрывали. Собственно, можно почитать, посмотреть информацию, что он дает там, с кого, судя по всему, получается, и всякие такие полезные ништяки. В общем, покопаться есть в чем. Вот. Ну и что же, ладно. На этом я, пожалуй, сегодняшний наш выпуск и закончу. Вот такая вот занимательная инди-игра. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии. Это помогает развитию канала, равно как и ваши репосты и рассказы друзьям о канале. Вот так вот. Что же, всех вам благ. С вами был Ичи. Пока!